Здравствуйте. Новый анекдот. Они, эти анекдоты просто, если смотреть за политическими событиями, они просто сами рождаются. Ну, значит, такая ситуация. Американцы тормозят Северный поток 2, не дают возможности Европе согреться. Но пообещали прислать газовозы, помочь Европе с газом, как говорится. Ну, загрузили газовозы горохом и отправили в Европу. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.